Всем привет, мои дорогие! Сегодня я снимаю спонтанное видео, которое я совсем не собиралась снимать. Но по поводу того, что я купила вот такой вот фрукт, который называется драконий фрукт, я снимаю это видео и хочу вам показать, как его кушать и немножечко о нем рассказать. Если вам интересно это, то оставайтесь со мной. Этот фрукт называется питайя или питахайя, но в народе его называют драконий фрукт или dragon fruit по-английски. Я первый раз его и, пожалуй, единственный раз пробовала в Таиланде. Нам его принесли в подарок вместе с другими какими-то экзотическими фруктами в отеле. И я спросила, как его кушать, и так я, собственно, узнала, как его кушать. На самом деле, никаких премудростей здесь нет. Сейчас мы его вместе с вами будем разрезать. Это плод кактуса, на самом деле. У него нет такого какого-то специфического, мне кажется, вкуса. Вкус довольно-таки слабенький, но, в принципе, он такой приятный. Кстати, я еще раз убедилась в том, что мысли материальны, потому что вчера я смотрела свой инстаграм и у кого-то увидела вот этот фрукт, драконий фрукт, на страничке и подумала, о, что-то я хотела бы его сейчас покушать, но где я сейчас в такое время года и в Голландии вообще достану этот фрукт? Но сегодня, прогуливаясь по рынку, я увидела, что он продается у нас на рынке. Стоил он почти 4 евро, что, собственно говоря, может быть дороговато для фрукта, для такого не сильно большого. И, в общем-то, большой необходимости мыть этот фрукт нет, но я его помою. Кладем наш фруктик на тарелочку и режем его. Две половиночки. И, собственно говоря, фрукт уже готов к тому, чтобы его кушать. Можно положить. Его съест ваша собачка. По-моему, Бетти понравилось, но как-то медленно она его кушает, что, видимо, не настолько уж вкусно. Так, дубль два. Мне почему-то напоминает какой-то мак. Здесь полно семечек. И на самом деле эти семечки полны липидами, но они, как я вычитала в Википедии, особо не перевариваются. Поэтому, если вы хотите получить немножко липидов, нужно очень тщательно пережевывать эти черные косточки. Ну что, собственно говоря, вот и все, что я хотела вам сегодня рассказать и показать. Очень просто кушать этот фрукт, но не все знают, мне кажется, потому что если вы никогда не были в Таиланде, скажем, может быть, вы вообще понятия имеете, как его кушать, и может быть, вам захочется это узнать. Надеюсь, вам было интересно это видео. Если это так, то ставьте ваши пальчики вверх. Надеюсь, что, может быть, оно даже вам было полезно. А я пошла кушать свой драконий фрукт. И увидимся в следующем видео. Пока!